Мир — это мир. Мир — это мир во всем мире, понимание взаимоотношений людей между собой, возможно, даже всех людей, в общем, не в отдельности. А труд — это то, что каждый человек должен работать, приносить пользу этому миру. Какое-то объединение, спокойствие, призыв к тому, что нужно отдыхать, но и не забывать трудиться. 1 мая – это семейный праздник. Вся семья, все дети выходят на улицу, маршируют в параде, радуются солнцу, радуются миру на земле, миру в душах, миру в семьях, миру среди всех людей. На курорте в этот день пройдет ряд мероприятий. Начнутся они с торжественного парада. Он стартует в 10 часов утра от Зимнего театра. Шествие пройдет по Курортному проспекту до Южного мола, где развернется выставка-ярмарка «Город мастеров» и состоится праздничный концерт. Также на территории морского порта стартует выставка яхт и катеров «Сочи Яхт Шоу». Она продлится до 3 мая. А в Олимпийском парке 1 мая откроется «Сочи Автомузей», где будут представлены более сотни моделей 30-х годов.